Здесь плавание не спорт, а необходимый навык. По программе «Всеобуч» сразу на 5 пляжах города проводят занятия для ребят. Группы, набранные до 1 июня, начали функционировать на пляжах «Лазурь», «Волна», «Приморский», «Маяк» и «Дагомыс». Каждое лето мы на пляже организуем обучение плаванию. Это так называемый проект «Всеобуч по плаванию». Занимаемся с детьми. Набираем заблаговременно группы. Как только наступает хорошая погода, достаточно теплая вода, инструкторы нашего центра спортивно-массовой работы приступают к своей работе, обучают детей плаванию, обучают их уверенно держаться на воде. Вообще плавание – это основополагающий какой-то физический навык, который необходим каждому человеку. За время набора в программу «Всеобуч по плаванию» заявки подали свыше 200 желающих. Это количество распределили на группы по 15 человек. Занятия проходят 3 раза в неделю. К сформированному составу прикрепляют инструктора, который обучает детей различным техникам плавания. Сначала проводится разминка, потом дыхательные упражнения, дальше уже плавательные, подводящие. И уже не изучаем стили плавания. В этой группе на Приморской у меня уже все ребятки поплыли. Нет таких, которые боятся воды. Страх ушел. Соревнования у нас еще проводятся в конце подготовки в августе. Подход к каждому индивидуальный. Инструктор ведет 2 группы по 15 человек. Занятия длятся час. Первые 30 минут дети разминаются на суше, дабы не навредить связкам и суставам. И проводят подготовку к погружению в воду. Это так называемое сухое плавание. Также обязательно проводится инструктаж по технике безопасности. В оставшееся время проходит обучение в разных техниках плавания. Кроль на груди и спине, баттерфляй и брасс.